Всем привет, меня зовут Андрей, и я иду на Спарк. Играть я буду за Тау, поэтому я взял своего прекрасного командера, это Кризис Командер, с ним же идут Кризис, 3 штучки, Протсайды обязательно нужны, Риптайд, чтобы жил, Пасфайндеры, чтобы они все это дело светили. Пираньи решил взять 3, у меня покрашено всего 2, поэтому мой хороший друг Алексей предоставил мне свою пиранью на игру, спасибо ему огромное за это. Вот здесь вы сейчас увидите профиль моего командера. Такие вот у него есть закачки на данный момент. Давайте смотреть игру. Всем привет, с вами Андрей. Это Battle Report от канала Hobbit Wargamer. Участвуем мы на Спарке. Нам дали кастомную миссию номер 1. Тут вы ее где-то увидите. Давайте посмотрим на стол. Вот такой вот у нас будет красивый City Fight. Мы уже расставились. Сейчас мы познакомимся с фракциями. Так, привет, Гоша. Расскажи нам про свою деревянную армию. Итак, Некроны, парковочка сегодня. Локус Хэви Дестройеры. К ним почти что приотачен лорд, но нет, он стоит рядом с энхансом, который будет раздавать плюс ту хит. Думсдей арка будет тоже стоять, наверное. Имморталы с Теслами будут ходить бегать. 6 брайтов, к ним приджонен техномантер с Veil of Darkness. Будет стоять и где-нибудь там передеплоившись. Ну, мы надеемся, и три скараба. Три скараба маленькие, да? Такие, да, ну, тракашки. Миленькие тараканчики будут тракашки. Идти взрываться, что-нибудь могут делать, может делать. Ну и варлорд тип страйки может лицо откусывать, может доходить, потому что кубик на шестерочку ставит. Сам танковый с инхансом на 4 ФНП. И минус дамагом у него есть все вшито за прокачку. Да, из запасной головы получается. Ну, да? Естественно. Всем привет. Сегодня я Слава, и я играю с расчленителей. В ростере у меня капитан Варлорд, анонимный любитель арбузов, ведет 10 Assault Intercessors, Hellblaster 10 штук, с ними Апотекарий, 2 по 5 интерцессоров обычных, 5 Assault'ных интерцессоров без джампаков и Рота Смерти с капелланом на джампаках. Они у тебя все здесь, дипстрайк у тебя никакого, да? Дипстрайк, а нуль. Привет, Иван, расскажи нам про свою армию. Всем привет, я Ваня, я сегодня на орках. У меня вагон, в вагоне едут меганобы с варлордом, двадцатка бойзов с варбоссом и вердаком, будут летать, прыгать, всех чарджить, десятка гречи и десятка командосов стоит, напрягает оппонента. Ну, сейчас посмотрим, как они нас будут напрягать. И другая сторона стола у нас Тау. Давайте начнем с Андрея. Андрей, расскажи нам про свой ростер. Всем привет. За высшее благо сегодня будут сражаться у нас пираньи. На секер меслах, фузионки, девил фиша. Здесь пачка бричеров. Бруды на рельсах с ракетами. Mm-hmm. Здесь спрятались ребята страйки. Будут светить, помогать нам. Ну и дипстрайки, варворд с резаками. Отлично. Привет, Олег. Что ты принес сегодня? Всем привет. Сегодня Герс Императора будет поддерживать высшее благо, а именно Командер с Эрадикаторами, Инвиктор, Бау Предейтор, Фьюриоза Дредноут, Лейтенант с 5 Хеллбластерами и Дредноут Редемптор. В Дипстрайке 3 Инцептора. Ну, остался я. Сейчас давайте расскажу вам про мой ростер на сегодня. Это у меня 3 пираньи, третий у меня одолжил мой хороший друг. Спасибо ему за это. Покрасил за вечер. Я даже не ожидал, что человек так прям заморочится. Спасибо огромное. 2 бродсайда на ракетах. Наш любимый рептайд, который выживает. Отряд пасфайндеров. И командер с кризисами у меня в дипстрайке. Итоги первого хода игроков за Тау. Начнем с меня. У меня тут пропрыгал рептайд. Пострелял по вон тем дескомпанейцам. Убил 4 из 5. Не дожали отряд. Что ж поделать. Наши красивые пасфайндеры всем светили, молодцы, но когда стреляли, ничего не сделали. Бродсайды у нас ни в кого не стреляли, потому что никого не видели, но бравые пираньи сначала на скаут-муви, потом на полу-муви прилетели. Видите тут вагон? Я не вижу, потому что они его убили просто там. 21 дамаг, какой-то феноменальный урон, и из них выпал варлорд с его этими меганобами. Один получил 2 морталочки от Disengage Escape, да, вот этого всего. Ну, типа, окей. Тут настреляли командосов, всех настреляли. Я не стрелял, стрелял в основном Олег и Андрей. Андрей добил с рельсами последних пацанов. Грустно, потому что блады хотели чаржиться. Так, итоги первого хода орков. Сюда у нас выпали
Врайты? Врайты. Врайты не зачаржили, не смогли. Здесь были пираньи, их всех убили, стреляли вот эти деревяшки. Иммортлы, да? Иммортлы, да. И стреляли холбластера оттуда, всех прям разрядили. В итоге сюда еще на ХТХ прыгнули джампайкеры, убили бедного дредноута. Дредноут что-нибудь сделал в ответ? Видно, одного убил, да? Умер в ответ, нет, понятно. Нет, в ответ меня холбластеры побили. А, вот эти, а, окей. Дредноут, молодец. Прекрасно, прекрасно. Тут у нас у Олега убили Инвиктора. Инвиктора убили. Что еще убили у него? А, ну это мы рассказали. Убили у меня, убили пираний. Прям запилили их пилами. Грустно. Сюда прошли на... Как это называется? На три консолидировались. На консолидировались. Тут чуваки побили, убили одного. Хорошо. Здесь умерли у меня бродсайды, на которых я прям так надеялся. Вот так вот прям так оп-оп-оп. И вот эта вот штучка-дрючка, костяная страшная, прям их прям завалила. Кинула много на D6. 6 плюс 1 прям всех убил. Вообще без вариантов. Так, здесь. Здесь у нас была веселуха для оппонентов. Для меня-то это все было грустно. Потому что сюда на джамп... Как он? Что старт? На джамп. Джамп-джамп, господи, ё-моё. Пришли орки, на Overwatch потеряли троих. Пришли в ХТХ. Набили мне прям огромное количество жизни. Осталось у меня, видишь, 4. В ответ я убил двоих кулаками. Прям такой пуник-пуник. Все, что он сделал. Здесь также орки постреляли в пасфайндеров. Немножко убили. И какие-то там интерцессоры тоже достреляли еще немножко. Но отряд стронг. Мы на это надеемся. Касаемо миссии, у нас интерцессоры сделали один экшен. Нужно еще 4. Да, итоги второго хода игры за Тау. Как сказали, начинаем с радостного края. Здесь, как вы помните, стоял Риптайд, его щемили орки. Он сделал фуллбэк, ушел в эту сторону. В этом углу у меня выпали кризы. Расстреляли всех этих орков. Прям повезло, хорошо накидал. А оркам не повезло. Дальше у нас общими усилиями убили отряд меганобов с варлордом вот здесь. Достреляли, кстати, пасфайндера последнюю там, бум, тычку, и он такой, да. Стреляли, вот очень много урона нанесли, вот те бродсайды, прям молодцы. Так, у нас что-то еще произошло. Этих парней никто не трогал, они стоят, тусят. Вы, наверное, экшен сделали или не сделали? А, свой путь сделать, точно, идите. Идите. Идите, действительно. Идите, там забыл об этом, но потом скажу. Тут у нас... ХТХ, что тут? Дредноут кого убил? Убил вот этих всех парней, да, которые рублевые, да? А не рублевые остались в живых. Эти пытались чаржить, но забыли, что надо чаржить. Так, дальше здесь у нас Андрей приехал на своей дивелфише, высадил пацанов, начал стрелять в райтов, я вспомнил, как они называются. Убили двоих, за стратегему подняли одного, и, в принципе, все. Больше ничего, да? Никаких потерь больше не было. Отлично, возвращаемся к месту, которого я забыл, потому что у нас тут был эпичный бой Риптайда с Гречей. Расстрелял Гречу из бурсты, вчаржился в дом, вчаржился вот к этому, к меку, и с ноги его убил. Ну, сначала был как бы танк-шок, потом нога. Вот такие вот дела. Итоги второго хода игроков за орков, хотя орков на столе не осталось. Большая страшная Биба стреляла в танк, ничего ему не сделала. И, ну, в трех бандах. Вот эти стреляли, убили Devil Fish. А потом что? Чержи пошли с этого стола. Тут у нас колбаска продвинулась сюда, ничего не сделала. Но Overwatch потеряли одного. Здесь базы напали на бравых солдат и получили в ответ. Они ничего не сделали, да? Ну, отлично. Здесь у нас убили Дредноута. Дредноут до этого убил последнего пацана, но капитан его добил. С Overwatch огненным танком, вот этим вот, убили, получается, капеллана и последнего дескомпанийца. Иммортлы делают второй экшен. Так, что у нас там дальше? А дальше у нас черная волна напала на красную волну. Что-то тут, я не знаю, кто тут, что произошло. Ну, одну вунду они нанесли, красненьким, черненьким. И, следовательно, вон те хеллбластеры, вон те... Убили капитана и эрадикаторов, да? Да. Ой, бля, я всех запомнил. Отлично. Так, что у нас здесь было? Меня никто не трогал. Ко мне пришел только вот этот вот дестрой. Локус Хэви. О, нет, Скорпек дестройер. Кошмар, сюда упал, я его овервочил, я в него попал, но там сначала инвули, потом ФНП, что-то такое крутое. Сначала пострелял, ничего не сделал. Зачаржил, кое-как меня там покромсал. Но я кинул КП-рерол и остался в одной буде. Следовательно, я сейчас его отпрыгну и буду его карать. Итог третьего хода игроков за Тау. Здесь бричеры отфуллбэкались, больше ничего не делали. Здесь на
Overwatch получается, да? Нет, да. А, нет, просто постреляли. Просто постреляли бруды, одного убили, но за стратегему встал. Встал, отлично. Здесь застрелили капитана. Да, вот эти вот красивые. Прям вообще молодцы. Эти парни с прошлого хода лежат, отдыхают. Здесь хеллбластеры постреляли по двум имморталам. Возможно, встанут, да? Ну, скорее всего. Возможно. Возможно. Это просто апофеоз войны. Дальше здесь немножко подрались. Убили, получается, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть убили, а в ответ... Ничего в ответ. В ответ ничего. Здесь было интересное. Риптайд от фулбекал сюда. Пострелял по хеллбластерам. Всех убил, но там не повезло на шестерочке. Там все прям вообще классно. Хеллбластеры такие: ах так, а мы постреляем в танк. Постреляли, не пробили. Не повезло, как говорится. К успеху шли, не... нет. Крутануло. Так, дальше. Мы всей стрельбой фигачили этого ужасного черта. Он в итоге умер, но встал за стратегему. Вот такой. И сейчас будет нас карать. Я прям по-любому. Прям в этом уверен. Так, конец третьего хода оппонентов. Начнем. Давайте попытаемся по порядку. Люди ходили. Так, сюда отфулбекались чуваки. А с танка их пожгли, остался один. Он в итоге потом стрелял в моих пасфайндеров, убил двоих. Или кто-то еще стрелял, тоже убил. И хотел чаржиться, не получилось. Дальше. Дальше у нас идет вот эта красивая, страшная Думсдей арка. Стреляла сюда. Ничего не сделала. Ничего не сделала. Из боковых стреляла сюда, убила интерцессора, мертвый интерцессор. Хеллбластер мертвый, стрелял сюда, убил его. Но до этого парень бросил гранату, убил танк. Вот так вот, ребятки. Так, дальше у нас что-то. Тут, по-моему, кто-то кого-то ел, убил, умер, по-моему, один, да? Нет. Три. Один взорвался. Три модельки умерло. Шахиды какие. Окей. Дальше. Здесь, я помню, парни встали и сделали экшен. Да. Так, хорошо. Идем сюда. Здесь у нас... Вот этот вот дядя все-таки сделал свою цель и дострелял моего рептайда. Рептайд, к сожалению, не взорвался. Потом зачаржился в моих пацанов, нанес 3 дамага, я хорошо отсейвился. В ответ мы ему ничего не сделали. А, ну Overwatch мы ему одну ранку, по-моему, избрили. Все-таки сбрили, ха-ха. Итоги четвертого хода игроков за Тау. Здесь мы нажали экшен, включили краник и полилась жижа. С этой стороны, с той стороны, я оттуда отпрыгал, но это мы там дальше посмотрим. Здесь что произошло? Тут были кризы. Кризы убили хэви дестройеров полностью и отпрыгали сюда к точке, за стратегему. Здесь брутсайды стреляли по врайтам, убили двоих, на стратегеме один встал. Прекрасный юнит. Так, здесь что? Здесь у нас прошли остатки бладов, будут делать экшен, потому что мы хотим победу. Здесь оставшиеся пасфайндеры прошли сюда, постреляли, убили двоих. Здесь крижи от фулбекали, чтобы не попасть под жижу. Сюда встали и сделали чардж. Убили с штангшока чувака. Конец четвертого хода оппонентов. Наконец-то мы на Overwatch убили этого ужасного типа. Мы рады нашим действиям. Как говорится, моделей становится мало, но накал не прекращается. Почему? Потому что тут от скама сгорели... Сначала на Overwatch'е! Умер его двое, они не смогли почаржить, и в каме просто в огне от ада сгорели. Наконец-то, потому что страдали мы от них очень долго здесь. Ну и, следовательно, баски тоже утонули. Последний ход, пятый ход Тау. Игроков за Тау. Мы очень сильно увлеклись резнёй. Всех тут перестреляли и в итоге не прожали пятый экшен. Следовательно, пушка не стреляет, и мы всю игру свели, получается, в ничью. Правильно? Да. Правильно. Но, как вы видите, умерло все. Я пострелял кризами, убил имморталов. Командор пострелял с своей пушечек в вот эту большую дуру, немножко ее размягчил. Ты стрелял в них же, да? Да, я стрелял, получается. Ну, вот этими всеми. Но ты ее не убил. Не убил. Не убил. Она деградирует. Здесь убил, но он опять же. Он встал за стратегию, встал. Ну, как-то. И так. Страйки убили командира. А, последний командир. А, еще да, еще у меня пасфайдеры. Один на 5-6 стрельнул, кинул девастейтинг воды и убил нафиг аптекаря. Вот так вот. Пушку мы снес. Overwatch от кризов, потому что баржа подвигалась. И если мы ее убьем, мы побеждаем. Для нас мы победили, для вас будет ничья. Давай, Андрей.
Одна шестерочка. Одна шестерочка. Ну, она триггерится, ага. Да. Клянусь понос. Давай, давай, давай. Не прими. На 4 плюс. Один. Одна. А что, КП еще есть? Есть. Еще КП, давай, реролл, реролл. Подожди, КПшечка сейчас еще будет. Еще, да. Хорошо. Еще один сейф. Давай, давай. Еще один на ноль. Да что ж такое-то? Все, партия закончилась, оппоненты отыграли. Какими-то хитрыми своими манипуляциями посчитали, нас убедили, сказали, что они перескакивают точку, нажимают кнопку, ракета улетает куда-то там, и в итоге они выиграли. Посмотрите на эти довольные лица, они нас всех обхитрили, но партия была классная, отыграли мы обалденно, как вы хотели, мы отыграли 5 ходов, а не 3. Так что наслаждайтесь просмотром Battle Report, с вами был Андрей, люди, участвующие в этом, как говорится, Battle Report, всем пока! Смотрим, какой сектор мы будем уничтожать. Мы заявили в Легион, вот центральный, где значок, и оно попадает. Ага. Все. Ну, отлично. Жалко, что не Некрон. Вы все видели сами, противник нас переиграл, мы слишком увлеклись резнёй, и видите, не уследили за таким очевидным моментом. Ну, типа, что поделать. Прокачечку я получил, вот опять же, хоп, появился наш любимый Call of Reroll. Я взял себе плюс один ЦП, потому что посчитал, что чаржиться и делать танк-шок — это весело, и, следовательно, для этого нужно больше КПшек. Вот такой вот у меня выбор, и я считаю он прикольный, потому что все остальные варианты были, ну, такие прям вообще. Друзья, ролик подошел к концу. Понравилось, не понравилось, пишите в комментариях, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в группу в Телеграм. Ребятки, вы все сами знаете. Всем пока-пока.